Блин, меня ж... Не, заболел. Где яйца большие? Вставай! Без лишних слов быстро показываю вам, где достать топовые скины без особых вложений. Заходим на Force Drop, вскрываем вот этот киберспортивный кейс. Было бы неплохо сейчас забрать ножичек, ну вот хотя бы самый лучший. Так, ладно, смотрим, что насыпало. Найс, да, тупо в два раза купил. Ну а если ты уже готов сменить свою затертую просто в хламину африканскую сетку, сюда вот плюсик жмешь, вбиваешь ревайнд и получаешь сверху 30% и вводишь скин, который всегда хотел. Все, погнали. Ты пизди там, блядь, вот это язык. Ты че пиздишь, лапша, нахуй, сырая сука, блядь, ебаная, блядь! А что я сделал? Я там стул улетел. Да я просто палец сломал. Блядь. Выбил, наверное, вряд ли сломал. Да-да-да, не сломал точно. Такими ударами, блядь. Крабик пополз, блин. Слава, вставай ты, чё там. Завудыч. Даже не выбил. Не выбил даже, не выбил. Ну, ушиб, но это неприятно очень, я знаю, что... Спасибо. Это очень мерзкая боль. Кто ж без перчаток бьет-то, блядь? Нет, Карен просто не так как попало. Сейчас просто показывает палец, прикинь, он направо смотрит, там как тут в сторону. Нет, это кринжово выглядит, крипово, точнее. Короче, ладно, спасибо за игру, я пошел тоже. Давай, Хантик. Давай, Гигантик, удачи. Давай, Крик. Зло, я тебе это напишу. Да, хорошо. Славентий! Он все. Он... Кто такой? Он реально что-то, походу, жесткое сделает. Тьфу-тьфу. А не, просто клоун наваляет. А вдруг ему реально больно? Да не, не так что нам сделать? Приехать к нему? Сейчас вместо хаты он видит цирк, и сейчас выступление. Да. Ты чего вы ржете? Смотрите, серьезно. Ну, потому что там не так. Сломал он палец, сука, дурачок. Помянем. Давайте вызовем скорую, она по мере температуры его сейчас заберут. А где Катя, вопрос? Ну так, вот он контент. А он уснул просто? Все, он уснул, да. Он алло, говорил, Васьки. Алло, опа. Здорово. Алло. Привет, импал. Здорово. Как дела? Нормально. Супер. Мне тут доложили, что вы в КС ходите. А какой у нее рука? Левая или правая травмирован? Ну да, мы сильных сейчас если набираем. Если мышка, это херово. Ну, мне кажется, бустер не сможет, он палец. Не, ну бустер травмировался. Ну теперь не сможет точно, да, скорее всего. Сейчас, потому что уши будет. А что, вижу? Где ты был? Зачищал девушку. А что такое? А что с бустером? Что он лежит? Палец умер. Ебал. Уснул. Палец ебал? Ну, чем? Ему Роберт просто сдачу дал, и все. Герман оказался сильнее. Это который стоит сейчас у него? Да. Я понял. В ответку сунул ему, и все. Под дых. Манекен отпиздил. Бля. Не, ну бывает что. Ну все, короче, я не нужен, получается, да? А вот реально, сейчас глубимся, может, в натуре там, ну нет, я не должен. А не, если бы он сломал палец, так бы орал, нахуй. Нет, да он же мужик, шоковый, у него же большие яйца. Да не. А может там он плачет не на камеру? Там крапулечки. Крапулечки ты проверял? Да, там мини-славычи, так скажем. Давай уже, долбай. Давай, блядь, вставай, ёбан, шашлык. Где яйца большие? Вставай! Ждем тебя, Слава. Его не забанят за этот, за харассмент? Не-не-не, куда хорошо? Там все отпиздил. А, ты все слышишь? Конечно, он все слышит, в смысле? Я думал, он не слышит. Подними его уши. Не-не-не, он все слышит. Меня погоняло слоник Дамба, нахуй. Слоник Дамба. Сейчас музыка роки нужна, кстати. Ебать, что именно стало. У тебя носочки. И вообще, Слава, ебать. Ебать носки реально охуенные. Носки вообще только стирал сегодня, походу, да? Только из стиральной машины одел, вот-вот повысил. Да нет, дома нормально, типа, носить грязные.
Ебать, на том, смотри, уже собрал. Зато беленькие. Там уже люди живут, смотри, на этом носке. Блядь, где он? Слава, тебе рели что-то с пальца? Да, понял. Он ждет пока, ну, рука захилится. Покажи палец. Покажи палец на камеру. Ты ударил им, да? Да. Да, у меня он назад выгнулся вот так. Ну, я понял. О, это больно. А ты не кулаком, что ли, бил? Блин, меня ж не, я, ну, просто... Культяпками. А, у тебя большой палец? Да. А, ну, я ему ударил, понял, вот так, и у меня вот так выгнулся. Да, да, да. Дядь, он вообще не ломается. Тут сейдж нужна, пацаны, на помощь. Есть сейдж на стриме, пацаны? Кто сейдж? Бля, честно, я хочу развести костер здесь. Попробуй носки друг от друга потереть. Я имею в виду не поджечь квартиру, а просто, знаешь, вот так сесть, типа, потому что сейчас же самоизоляция. И гитарку, да? И пожарить маршмеллоу. Блять, странно. За что маршмеллоу? Ну, блять, зефирма. Пожарить кабана, блять. Интересно, сидим, кстати. Ну да. Мы отдыхаем. Очень-очень лампово. У нас просто ира сейчас была напряженная в КС-ке, типа. Не, у нас была челуха полнейшая. Ну у нас, да, у них напряженная. Кстати, в гоночке так можно играть. Сава, можешь носки убрать, пожалуйста, я кушаю, спасибо. Я не могу в рот напердеть, нахуй, слышишь, блядь? Можешь носки убрать, я кушаю, блядь. Я в этих носках, блядь, шахту рыл, нахуй. Так это ее прокол, кстати. Дядь, у меня полы, блядь, в хате, блядь, грязнее, чем на улице асфальт, нахуй. Я же говорю, ее прокол, соглы. Мне похуй, я кисель, блядь. Слава, ну ты когда носки уберешь? Я хочу дальше кушать. Братан, почему я могу ты убрать носки при условии, если ты мою хуяку, блядь, слышь, задегустируешь, блядь. Что скажешь? Соси хуй, скажи. Хочу у тебя работу отнимать, нахуй, оставлять тебя без работы. Ну ладно, я рукой закрою, где у тебя ноги лежат, и буду есть дальше. Блядь, что ты такой, сука? Блядь. Пиздобол, нахуй, ёбаный сыр, блядь. Ты у кого у меня дома был, нахуй, у меня пальцы облизывал, блядь, просил подрочить тебе пальцами. Блядь, дома, блядь, буду, нахуй. Я еле у него большой палец изо рта вытащил, блядь. С грибом, который у меня. Кстати, тут есть ебало, может, соберем нормальный состав, сыграем? Я сразу не грози Южному Централу вспомнил, блядь, эти пальцы и ноги. У тёлки. Просто забить. В принципе, как вариант, можно взять из старых типов, только поделиться 2-2, типа, что кто-то с... Там я со Строго, Слава с Импалой играть. Ой, Слава так согласится даже. Ваня, давай я с тобой, слышишь? Иван. Не, так точно не пойдет. Импал, ты со Славой играешь. У меня немного уже проблемы просто. Со слухом. Не, да не бог, у меня слух просто уже, блядь. Че он делает? Слава! Он Спайдермен. Он сейчас прыжка будет вырубать. Слава! Яйца видно. Я не слышно, Слава. Два чисто перепелиных. Ебать, он за... Там сзади еще такая колонна, приглядись. Давай. Реально реалистично выглядит. А ты про это же говорил? Нихуя там балумба. А он на бутылку садится сзади, я не могу понять. Почему сзади, спереди? По диванчику этими носками. Ебаный сыр. Долбоёб! Да похуй.
ебать, плюс похуй. А я на этом диване еще спал, блядь. Прикинь, сколько ты его какашек с ног съел. Как ты на нем спал, он мини-швайцер, этот диван. Так я сам мини... Фу, блядь, убери свои вонючие, я ем реально, долбоёб. Бля. Понял? Ну теперь миниатюра называется «Сожаление». Да все, хватит. У меня артхаусный стрим. Артхаусный. Это кто? Катя в чате пишет, что за приступы, любимый? Катюха, держись, тут пиздец происходит. Чел пишет, ты стримить будешь, ебано, а там что, выключил, что ли? Go.